Добро пожаловать на канал Мыло Оф. И сегодня мы хотим представить вашему вниманию мастер-класс по теме, как правильно работать с эмульгатором BTMS. Для этого берем эмульгатор BTMS, берем оливковое масло, наливаем оливковое масло. Теперь насыпаем эмульгатор. Пропорции вы сможете узнать, когда зайдете на наш сайт интернет-магазина. Там будут указаны все пропорции в граммах. Теперь растопим наш эмульгатор на водяной бане. Мы растопили наш эмульгатор. А теперь добавляем вторую фазу. Это у нас будет гидролат лаванды. Добавляем наш эмульгатор. Теперь берем миксер и начинаем взбивать. Закончили взбивать. Теперь добавляем нашу третью фазу. Это у нас экстракт лепестков розы и эфирное масло грейпфрута. Добавляем основную. И теперь нужно очень хорошо вымешать стеклянной палочкой. Мы все вымешали. И теперь берем баночку и насыпаем наш готовый крем в баночку. Вот в итоге у нас получился такой крем. Вот такой. Его можно применять на руки. Кожа рук будет нежная, мягкая. Закроем его крышечкой. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!